Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить финал Fighting Cup 2. Так, и на очереди у нас гигантский термит. Ну, давайте посмотрим. Ну да, что-то наподобие термита есть в нем. Так, ну что, поставим отражение для начала. А там дальше будет видно, чем он у нас. Так, удар. В стан меня вгоняет. Второй удар. Опять в стан. И крит еще к тому же. Не заигрался ли ты, братишка, а? На-ка вот веточку. Так, что нам далее делать? Давайте еще, конечно же, в стан его. Через удар. Ну, а теперь... А теперь поставим, ребята, вампиризм. Будем отхиливаться. И на очереди, наверное, там у нас будет щит. Если, конечно, дадут. Так, нам дают щит. Мы встаем в защиту. И как раз под защитой будем отхиливаться помаленьку. Так, давайте немножечко его отравим. Да, я знаю, что яд отнимает мало. Но это оптимально пока на время. Удар у него прошел слабо. Да, дают обычный укус, хорошо. Будем кусать. Давайте святой щит. Кстати, вы видели, сколько в начале у него было жизни, а? По 3000. Да, против моих 1000. Ну, почти 1200. Да, не есть, конечно, это хорошо. Преимущество у него очень большое. Считайте, в два раза. Так, он нас травит. Давайте-ка мы его, наверное, встам в гоне. А после этого попробуем четверной укус, если дадут. Нет, мне не дали. Ну, придется его просто кусать. Критом 322. Ого. Так, ну давайте четверной укус. Хоть бы один прошел с критом. Нет же, просто так укусил. Ладно. 352 наносит мне урона этот термит. Давайте делаем удар с усилением. Опять травит. У него, походу, способность отравлять. Ясно. Так, давайте в защиту уйдем. Еще раз в защиту. Ну и пора что-то предпринимать. У него все-таки почти 700 жизней. Нам надо его как-то приструнить. Дайте что-нибудь хорошее мне. Дают обычный отхил, а? На 106 я похилился. Это очень мало. Щит один у меня пропал. Давайте, наверное, немножечко траванем. И он мне тоже в ответ кидает яд. Ну ладно, мы как-нибудь это перетерпим. Давайте, наверное, еще разочек, не буду я на него ничего тратить. Давайте вот так вот попробуем своими силами его затащить. Если, конечно, у нас получится. Еще один ход будет травить. Поэтому нам надо отхиливаться. Ох ты, 586 я ему нанес урона. Он отхиливается, вешает на меня очередной яд. Что-то повесил какую-то пиранью или рыбу, непонятно. Давайте встану его. Вот сейчас можно было бы, в принципе, яд повесить, но... У меня его нету. Давайте в защиту уйдем. Потому что добить мы его не добьем. Это мало шансов. Ну, а выдержать удар все-таки выдержим. Дайте что-нибудь хорошее. Так, они дают мне еще защиту. Давайте воспользуемся этим. Ну, а теперь давайте удар. Двойной укус. Ну, в принципе, неплохо. 34 хп у него осталось.
Все, это была его роковая ошибка. Я думал, он отхилится, но нет, он этого не сделал, за что, в принципе, и поплатился. Ну, а мы, ребята, переходим с вами к Паукармиту. Давайте посмотрим, что это у нас за чудище такое. Понятно, это термит смесь с пауком. Ну что же, встаем в защиту. Так, с его стороны пошла атака через стан. 3200 хп у него, да. Ну и враги пошли. На-ка, получи. Ох ты, 230 с критом. Ну, он тоже не отстает. Давайте, наверное, в стан его, нет. Или в защиту. Давайте в защиту лучше. Хотя можно было бы... Нет, ну сейчас, наверное, дадут стан, я надеюсь. Да, стан дают. Я его оглушаю. Так, давайте повысим себе атаку. И будем ждать следующего хода. Ах ты, мелкий сопляк. Что ты делаешь? Он меня станет. Так, у меня есть щит и есть отхил. Сейчас, по идее, должен быть отхил. Сейчас посмотрим. Нет, мне дают стан. Ну, в принципе, это тоже неплохо. Учитывая, что у него 2500 хп-шек. Так, вот теперь мне дают отхил. Но мы сделаем по-моему. Мы его траванем и отхил. Так будет эффективнее, я надеюсь. Пускай яд немножечко его, как говорится, жизни не снимет. Ну, а мы будем потихоньку отхиливаться и, соответственно, добивать его. Так, еще разок ядом его. Ух ты, почти на 400 я его ударил. Очень быстро, ребята, он у нас теряет жизни. Ну, лишь бы он только не восстанавливался, а остальное будет все нормально. И мы встаем в защиту. Больше нам ничего не дают, поэтому приходится вставать, естественно, в защиту. Но, с одной стороны, это даже хорошо, потому что у нас подействовал отхил. Да, конечно, он ядом его практически весь снял. И дают обычный удар. Но мы делаем так и вставим в отхил. Будем стоять и отхиливаться. Как всегда мы это и делали в таких ситуациях. Опачки, вот это был укус. Это хорошо, я при щите был. А без щита что было бы? Даже трудно представить. Так, блок сработал. Отхил. Да, можно было бы, в принципе, ну ладно, мы поставим себе щит. Хотя, да, действительно, отравление здесь бы мало что дало бы нам. А щит как-никак дополнительную защиту дает. Вот, теперь мы поставим, давайте, наверное, кританем. Кританем. Спешл сделаем. 64, да вы издеваетесь, а? Ну, хорошо, хоть у него тоже он не прошел. Почему так мало? 64 всего было, а? Во, 224, вот это уже хорошо. Да он повторяет за мной все, а? Как тут? Блин, а, ребята, это плохо. Неужели продули, а? Да не хотелось бы, конечно. Ну что ж, давайте еще разочек его траванем. Сделаем удар, усилимся. Ох ты, вот это было замечательно. Почти 700 хп-шек у него, а у нас всего 168. Конечно же, это никуда не годится. Встаем в защиту. Яд у него отнял 105. Он тоже травит. Его тактика напоминает сейчас мою. Делает точь-точь так же, как и я. Так, ладно, ребята, нам надо отхиливаться. Если мы хотим его затащить. А яда больше нету. Давайте через Берса попробуем его укусить. Ну что же, в принципе, осталось его только травануть. Нет, не осталось. Ну что, давайте найдем хороший удар себе и пробиваем его. Давайте через отхил. Ну-ка. Есть, ребята, мы затащили этого паукармита. И переходим к следующему. Термитоед.
Так, это что-то новенькое у нас. Ага. Понятно. 3700 хп. Ну вы, ребят, издеваетесь просто-напросто надо мной, потому что столько жизней. Так, ладно, он меня застанил. Он делает берса. Опять же через стан. Удар. Слушайте, ребят, по-моему, он меня сейчас разберет. Я даже не успею его ударить. Вы посмотрите, что творит, а? Отравил еще к тому же. А мне что остается? Только кусать? Ну давай, сделаем. Так, очередной берс, встан меня. Ну что, ударяет и все, и мне крышка, наверное, да? Так оно практически и есть. О, еще яд. Ну все, ребят, тут он меня затащил, как ни крути. Смотрите, что он вытворял. С самого начала хода, с самого начала игры он мне сделал 4 стана. Через берс ударил. Давайте зайдем в гены, посмотрим, что можно здесь поменять. Чтоб хоть как-то затащить, я не знаю, что делать будем. Так, ну эти у меня не открываются, потому что не выучены другие гены. Давайте поставим эту голову и посмотрим, снимут у меня с того ген или нет. Да, к сожалению, сняли. Нет, так не пойдет дело, ребята. Надо обратно возвращать. Только 100 монет потратил на это все. Экспериментатор хренов. Так, давайте в защиту зайдем. Так, 80 и щит. А здесь... Давайте, знаете что, ребят, наверное, не знаю. Ксионовая шерсть. Защита 16%. Ну, давайте, я думаю, ксионовую шерсть, наверное, мы все-таки поставим. 160 к жизням, я думаю, нам не помешает. Я думаю, со мной согласны с этим. На худой конец мы можем всегда поменять, если что, будет не по нам. Так, а здесь у нас, ну, скунс хвоста мы ставить не будем. Цветочек этот тоже ни к селу, ни к городу. Интересно, а если я поставлю вот ядовитое облако, у меня снимется огонь или нет? Они же как вроде по разным веткам идут. Давайте попробуем и посмотрим. Так, слушайте, да, огонь у меня ушел, но меня это не устраивает. Мне это облако, в принципе, как говорится, не вперлось. Надо ставить обратно огонь. Ёлки-палки, только деньги на это все трачу, а? Ну а как иначе можно было узнать, заменят они или нет? Конечно, никак, только методом проб. Ну а вампиризм, естественно, я не буду ставить из-за того, что у него только лишь возможность отхила, которая у нас и без этого есть. Сами видели, она у нас так появляется. Даже не обязательно ее ставить. Возвращаем себе пламя. Ну а пока у нас нет камней, ребята, я думаю, нам... Так, тихо, подождите. Ну, пускай, конечно, остается это. Этот вообще бесполезный. Жизни 6%. Не актуально. А до этих у нас нет камней. Ну ладно, ребят, давайте продолжать играть с вами. У нас с вами термитоед, который нас победил в первом раунде. Мы, как говорится, берем матч-реванш и будем мстить. Так, ну что, делаем укус. 3700, конечно, против 1200. Это очень серьезно. Опять начинает не станить. Ну... Это, считай, имба получается. Как его пробить? Ну что ж, кусаем с отхиливанием. Так, он все критует, достанет. Нет, так дело не пойдет, ребят. Тут надо что-то менять в корень. Сейчас просто ядом меня забомбит, а? Давайте будем ставить отхил. Хоть как-то прожить, как говорится. Ну и... Дайте защиту, что ли, или вампиризм. Нет, этого я, наверное, не дождусь. И удар это отнимает как ничтожно, а? Да.
146 отхила. Давайте ставим еще один отхил. Не знаю, успеем мы отхилиться полностью или нет. Но, похоже, мы опять здесь с вами, ребят, проиграли. Какой-то не фарт, а? Давайте это сделаем. Да, конечно, хорошо критануло все пучком. А толку-то от этого никакого ровным счетом. Ну, давайте укус. Ух ты, пошел крит, ребята, у меня. Это радует. Он в ответку травит. Мы отхиливаемся. И остается только лишь мне надеяться на хороший удар. Или, ну да, давайте двойным пропишем ему. Слабенько все это прошло. Но у него уже 2000 хп. А у нас всего почти 300. Давайте в защиту встанем. Встаем в защиту и выжидаем. Ну что, придется опять вставать в защиту. Сейчас, если он меня траванет разок другой, то все, мне край. Но будем надеяться, этого не случится. Так, давайте царапнем его. Ох ты, вот это сейчас было замечательно. Хорошо у меня щиты стояли, а? Сейчас бы я бы уже валялся. Так, давайте усилим защиту, атаку. Что он сейчас предпримет? Травить начал, да? Ну понятно, он понял, что у меня щиты, бить бесполезно. Будем тебя травить, как говорится. Ладно. А мы тоже отхилиться не получится, ребята. У меня не хватает денег. Ёлки ты палки. Давайте хотя бы так отхилимся. Вот это я попал, а. Так, щиты сработали как надо. Но больше у меня нет защиты, ребята. И следующий удар может быть критичным. Но, как вы видите, мне выпал вампирик. И это мой шанс. И это мой шанс, ребята. Сейчас отхилиться. Ну и отомстить. Так, давайте вставим щит. Пускай отхиливание работает. Во благо нас. Мы пока будем восстанавливать жизни. Так, ничего хорошего не дают. Давайте маленький... нет, укус мы сделаем. Отхил у нас же стоит. Так. Так, он включил Герса. Это плохо, ребят. Но у меня щит стоит. Но все равно это как-то не спасает ситуацию. Единственное, что хорошо, что я отхилился практически полностью. Давайте его встан. Это в первую очередь мы делаем. И будем надеяться, что что-нибудь хорошего мне дадут. Мне ничего хорошего не дают. Давайте их просто укусим. 1235. Очень хорошо, что он не пробил меня. Давайте ударим его. Как есть! Ребята, мы затащили сейчас только что полкармита. А, нет, термитоеда, да. И... у нас открылись гены. Давайте посмотрим, что нам доступно. Опачки. Так. Даже и не знаю, что это делает. Увеличение атаки на 175% на 3 хода. А здесь сильное отравление змеиным ядом на 3 хода. Так, здесь у нас открылись новые лапы. Так. А это... бешенство. Серия ударов, огромный урон, эффект отравления. А здесь огромный урон станет. Ну, я думаю, что по мне так лично лучше вот этот. Не знаю, как оно в деле, посмотрим. Ну, и в принципе на этом все. Давайте, ребята, продолжим. Термит перевертыш. Ну и название. Ну что ж, давайте приступим. 4200, да, ребят, да вы что, опухли что ли, а? С каждым новым этим бойцом увеличивать на 1000 жизней. Как я его буду валить, а? Чудес он будил. Да. Как бы он меня не разобрал тут моментально. Давайте укус через яд.
Так, 417. Ну что, вроде бы удары у меня неплохо идут. Так, встал в защиту. Ну, понятное дело. Да, выбор невелик, конечно. Давайте укусим его. Его просто сейчас спас щит. Так бы у него бы нормально сейчас отняло. За сотенку так это точно. Какую за сотенку там? За 200, за 300? Давайте поставим отражение. Будет меня бить, нет? Через два отражения, да? Ну-ка. Хорошо, правда, как мало отнимает. А, нет, отнимает нормально, просто у него очень много жизни. Поэтому кажется, что практически не нанесло урона. Что мы можем сделать? Давайте его, наверное, отравим. Да. Хотелось, конечно, пожалеть этого всего, но не будем. Не будем жадничать. А с учетом преимущества его в жизнях, так вообще бы надо постоянно через каждый ход его травить. Так, что он тут у нас вытворяет, а? Ну, я даже не знаю. Давайте в защиту встанем. На 4 хода, в принципе, это неплохо. И поставим, наверное, защиту себе, ребята. Будем стоять в защите. Так, 2775. Слишком много еще жизни у него, ребята. Слишком много, я даже не знаю, как с этим бороться. Ну что ж, пальнем разок. 390, да, без крита, конечно, прошло плохо. Да ты заколебал уже травить, а? Сколько можно-то? Успокойся, сам-то гену. Термит перевертыш. Давайте ударим. О, 352 прошло нормально. Не часто ли ты распылялся, братишка, а? 311 хп у нас. Ну это вообще кисло. Давайте хоть как-то восстановим себе жизнь. На 600 ударчик прошел. Два отравления всклопотал. Ой, у меня все спало. Ёлки ты палки. Надо что-то предпринимать. Давайте поставим отражение. Ну что ты там задумался? Ой, ребята. Было очень плачевно это сейчас все дело. Разбомбил он меня, гад, а? Да как так-то? Термит перевертыш, берите его, давайте встан. Так, давайте, наверное, еще разочек встан. Блин, я думал, честно говоря, что затащу. Не получилось. К сожалению, у меня его вытянуть. И дают удары нелепые, как всегда. Ну что ж, давайте пнем. Его мой пинок и мой пинок, да, есть разница. Плюс застанил, еще отравил. Так, давайте полоснем его разок. На 168. Очень много, конечно. Ничего не поспоришь тут. О, у меня появился какой-то новый удар. Мы сейчас его, ребята, должны испробовать. Не знаю, что он делает. Ну, сейчас посмотрим. Да, посмотрел, конечно. Конечно, так мне и дали его испробовать. Ага. Сказали, сиди-ка ты, парень, и помалкивай лучше в тряпочку. Да не тут-то было. Перевертыш, я тебя переверну как следует сейчас. Дайте мне только... Ну, разве так дела идут, а? Дела делаются? Конечно же нет. Что у меня тут? Щит спадет, отражение спадет, яд есть. О, вот. Хоть в чем-то немножко мне повезло. Давайте, ребят, отхиливаться как можно быстрее и срочнее. И все-таки я хочу испробовать этот удар. Это у нас новый, который мы приобрели с вами за счет лап передних. Если не ошибаюсь, там что-то... Да что ж такое-то, а? Ладно. Не хотят давать, а? Хотя у меня уже и две штуки там накопилось. Опять не дают, а? Наверное, я так и не дождусь того удара.
Я помню серию ударов, по-моему, там, и отравление. Что-то в этом роде должно быть. Давайте сделаем слабенький ударчик, чтобы манны нам накопилось поболее для совершения фатального удара. Во! Ну-ка. Так, три удара и три отравления. Но отравляют они, конечно, вот. С трех отравлений я всего отнял сотню. Где-то так, не более. Ну что же, кусаем с отхилом, больше выбора нету. Но 1500 хп у него осталось, это хорошо. Главное сейчас, что-нибудь этакое он не замочил. Начал, чтобы станет меня. Крит слабенько прошел, это хорошо. Так, давайте, наверное, я даже не знаю, давайте, наверное, сделаем этот удар. Ой-ой, вот это было замечательно. Три удара прошли с критом до отравления. Вот, вот как мы можем работать. А не то, что там ударил изначально. Так, он себе ставит отхил. На меня какой-то пирань не повесил. Давайте его станет. И... Так, эта пиранья травит меня потихоньку. Вот что она делает. Давайте получится, получится. Я уже думал, не хватит у меня денег. И четвертое отравление ставим на него. Так. Ага. Ну, мало, мало очень. Ну, лучше мало, чем ничего. Ну, дайте мне хороший удар. Да, давайте отравим. Не дают они ничего. Жмут, жмут, гады. Так, 330 хп у него. Он практически со мной сравнялся по жизням. Все, больше ничего не могу сделать. Только лишь ударить. 95, ну, только не отхил. Есть! Ребята, яд выручил меня. И мы переходим с вами к паучьей матке. Это заключительный, как вам сказать, враг в этом турнире. Ух ты какой, смотрите, весь в паутине, такой залепленный. Ладно. Первый удар был за ним, плюс отравление. Давайте ставим отхил. Нет, ну этого я должен затащить, ребята. Ну, будет непростительно, если я три боя проиграю в этой игре. Это как-то... Это как-то не по-нашему. Давайте, четыре укуса. Опа-на, два прошли с критом, это замечательно. Жизни у него еще больше, чем у предыдущих. Будем стоять насмерть. Ставим отражение. А он, гад, травит меня, вместо того, чтобы атаковать. Ладно. Ладно, терпимо это все. Ну-ка. Давайте, ребят, наверное, отхилимся и укусик с ядом ему пропишем. Пока вроде неплохо. Яд, конечно, отнимает вообще, вообще ничтожно мало. Практически ничего. Можно было даже его и не ставить. Так, давайте в защиту. Так, пускай подумает там. А мы с вами продолжаем. Продолжаем его разбирать. И дайте мне... Ну что же, нет выбора. Просто укусим. Так, яд с него сошел. Удар за ним. Хорошо без стана. Вот главное, чтобы он меня не станил. Давайте ставить ему отражение. На три хода. Даже если он сейчас что-то предпримет, он будет понемножку себя коцать. Так, отхил через удар. Вот так вот. Ух ты, почти на 600 у меня прошел этот ударчик. Что не может не радовать. Встан. Опа-на. Еще пятихаточка минус. Да, вот тут надо, наверное, отхиливаться. Яд, сами видели, бесполезно. 219 отхила прошло. Это замечательно. А вот началось хреновое дельце, ребята, потому что он не начал... Нет, нет, один раз тут застанил, и ладно. Укус. Я думал, сейчас начнет, как обычно. Четыре раза к ряду стана, плюс берсерк, плюс там еще какая-нибудь ерунда, и я в ауте. Опа, на, как, кстати, вампирик пришел. И это самое лучшее, что сейчас могло прийти без расчета того, что он меня начинает травить. Причем усиленно.
Да, порадовались, как говорится, и хватит. Ну, бьем просто. Так, у него щит сейчас. Вот, вот это ты хорошо, брат, придумал. Берса повесил на себя, это замечательно. Так, теперь, наверное, моя очередь, да? Ха. Ну-ка. Нет, давайте сделаем щит. Потому что под Берсом мало ли он там что сейчас чуданет. Все, я отхилился полностью. Теперь можно его и бить. Ну что ж, давайте с обычных ударов. Даже простой удар. Опа-на. Даже простой удар под Берсом ему наносит неплохой урон. Ну что ж, давайте пинка пропишем. На 224 с кридом прошло. Так, он меня все травит и травит. Так, все, у меня больше на мне статов никаких нету. Давайте обновим скиллы и встанем в защиту. Что он сейчас сделает? Смотрите, он меня травит, все, а? Ясно, он меня хочет затравить, гаденыш. До смерти. Ладно, поставим себе отхил на его на яд. Опа, на, пробил меня, в стан поставил. Ставит себе Берса. И сейчас опять атака будет его с его стороны. Хорошо, хоть слабенько, но вот стан зачем ты повесил, я не понимаю. Три яда на мне висят, а? Ну хорошо, не отняли там немножечко. Ладно. Опа-на, вот это ты попал, братишка, под свой Берста. Так, так, так. Ну почему не набило? Ну яд, яд, добей. Пожалуйста, добей. Нет, он ничтожно мало отнимает. Не получилось у меня, ребята, его убить сейчас. Но 554 против 4500 это, по-моему, уже ничто. Давайте, заключительный удар. Есть! Ну что, ребята, поздравляю нас. Мы прошли этот турнир. Что нам дадут? Замечательно. Все-таки наш пес нас не подвел. Я этим горжусь. В генах у нас ничего хорошего нового не дали. Хотя я думал, что нам дали какую-то гену бесплатную. Но похоже нет. Похоже дело, я ошибся. Ну и ладно. Ну а мы с вами увидимся в следующем турнире. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока, ребята. Can't stop bounce.